Так, сюжет. Сетевая сюжет. Так. игра. Так, разрешить всю хуйню. Не вижу такого. Можно нахуй так пнуть. Так, чё? Закрыть. Так, всё. Всё, так. А чё ещё? А, нажми, готов. Всё, вот я что-то запустить не могу. Запустить! На самом деле, я так понял, там, в принципе, можно начинать за кого угодно. Да. Ну да. Давай нам пока можешь. Так, может, а я не знаю. Можешь за нежить поиграть? Можно, кстати. Ну, прикольно, кстати, там этих 6 же персонажей, уникальных, да? Ну да. Можно пойти собирать. Нежить я, типа, с ним на корабле разговаривал. Он, типа, сидит, книжки читает, короче. А сначала вообще, типа, знаешь, как там, типа, он, типа, эльф такой сидит, типа, подходишь, эльф, типа, какой-то, типа, отвали от меня, типа. А потом, типа, он, оказывается, он просто в маске эльф. Да-да-да, реально, стрим тупит, не знаю, когда игра запускается, вот дальше начинаешь щелкать, то все. Как я тебе говорю, сначала, блядь, настрой стрима, потом... Так она, видишь, все, он не работает. Ну, ты можешь одиночку загрузить какую-то. Потренироваться. Подожди, а то в прошлый раз я точно нормально стримилось все это дело. Сейчас, ну-ка, дай посмотрю. Тупая хуета. Ну это не точно. Так, Divinity, где последние стримы были. Да, в прошлый раз 4 часа отстримилось. Ладно. Ладно, сейчас тогда запустим игру и это самое. И запущу стрим. Может, это в менюшке что-нибудь выбивает. Хуй знает. Это одинокий волк. Хуёлк. Человек-ящер. И баба типа Барт, но они такие себе. А ты будешь сюжетного персонажа? А ты хочешь своего? Не знаю. Ну, сюжетные лучше тем, что у них типа уникальные диалоги есть, уникальный квест. Плюс у них они это, типа, у них больше, смотрите, у них больше способностей, и они на старте чуть мощнее. Потому что вот, смотри, вот есть вот типа Иван Фен де Мэт, этот одинокий волк, у него типа есть призыв волка души и воодушевление. Вот воодушевление это чисто для людей, типа применение. А вот волк и фана души это чисто его скилл. А вот если просто человека выбрать, просто человека выбери, у него, бля, вместо волка защитный купол, как физическая ось броня и все. То есть, получается, у тебя будет плюс стал, то есть. Каждую... Ну давай, я вот этого фейна выберу. Нежить который? Да. Ну да, в принципе, нормально. Это, конечно, будет по хилу будет не очень. Но там можно это будет тебе разливать тогда яд по бутылкам. Будешь там дохуя наносит урона. И мы это, типа, будешь просто с бутылки яд пить, там еще лечить. Даже разливать тебе не надо на землю, по большому счету. Только еще кто есть, ну. Есть эльф, есть человек, есть гном, есть баба. Есть нежить. А 6 человек. Баба. 6 персонаж истории. Сабила. Сибила, точнее. Гномы прикольные, кстати, но такой, не охота что-то за гномы. Его потом, а мы его, кстати, потом вором сделали. Когда его встретили, там на острове. Лоуси, вы музыкант и артист, но ваш разум стал еще лучница. Две лучницы. А, ну тут можно просто выбирать. Не, а можно любой, да. Да. Но у них есть уникальные, типа, у них больше уникальных способностей. Во-первых, у них тал один уникальный, а во-вторых, у них таланты еще дополнительные, как правило. Которые не связаны, не, которых нету обычно. Чё, тогда я выберу фейна мага. Нежить маг. Это красного принца. Так, значит, тогда знаешь, что ты берешь, чувак? Знаешь, что ты берешь? Умения эти, как его? Мирные. Сейчас за мирные пиздим. Так, у меня прописано у этого. У ящера перманентное убеждение одно. Потому что он этот, короче, какой-то там крутой чувак, типа аристократ. Я буду брать, наверное, знаешь, что я буду брать. А где ты их смотришь-то это?
Это шаблон. Шаблон, умение, вторая сноска. Не там деть качество. Так. Ну ты понял, да? Да, у меня, ну, у меня интеллект, телосложение написано у него. Не-не-не-не-не, это там, где эти, внизу в самом мирном умении. Умение, навыки, качество. Изменить надо, там где умение, изменить нажать. А, мирное умение. А, понял, вижу. У тебя есть какие-нибудь свободные? У тебя сколько? Там одно вроде свободное очко должно быть, да? Нет, нет вообще. Они все раскидало мне. А, ну тогда я ее скинул. Телекинез. У меня стоял на знание легенд. Знание легенд позволяет осматривать противников и познавать предметы. Чем выше знание, тем... У меня вот убеждение. Одно снимается и еще одно сверху очко, короче. То есть убеждение я никак не сниму, потому что оно прописано в персонаже. Я буду разговаривать, разговоры получается. А, ну если ты будешь базать, может тогда тебе это самое и на бабке разводить народ, то есть тебе качать это. Обмен имеешь в виду? Так, подожди. Как это происходит? Сначала ты лутаешь, это нужно изучить, да? Да. Потом ты идентифицируешь, это нужно знание легенд. Ну вот, а мне кажется, одно тогда... знание легенд. Да. А тогда мне нужно, получается, убеждение и обмен, да? Ну да. Окей. Тогда ты кидаешь, знаешь что? Тогда кидаешь везучесть себе единицу. Потому что знание легенд ты кинешь с первого левела, понимаешь? Потому что еще в начале нету магических вещей. Ну я понял, когда... везучесть. Так, да, так, а я тогда кидаю обмен. Так, а вот тут что? Перекинектика и геомантия. Верните. Так, теперь классами определяемся, теперь с классом определяемся. За кого играем? Я за мага. Скелет маг. За какого? За какого? Да вот. Вот же. А у тебя, если ты за нежить играешь, не вариант. Да. Воду брать, чувак, потому что тебе вода будет дамажить. Тебе только земля и огонь. И все, это вариант. Да. Это кто-то, оно так и прописано. Перекинектика, геомантия. Геомантия, чтобы лечиться от яда, получается. Перекинектика, да, поджигать яд. Не поиграешь что-то за это. За заклинателя. Вот заклинатель называется, а твой, да, называется волшебник. Волшебника брать. Ну а так. Если за заклинателя взять? Не, ну ты можешь взять, но проблема в том, что тебе хил не будет хилить. То есть, понимаешь? То есть он тебе не нужен, как бы. Тебе будет именно яд хилить. Ну да, так я знаю. Тебе на нежить лучше брать землю, чтобы была... маг делать. Можешь вор попытаться сделать, если хочешь. Вор. Да не, вором не хочу. Хочу всех сжигать. Но если ты не будешь вора делать, тогда мы сделаем вора из гнома. Мы сделаем вора. Потому что, ну, у нас, смотри, у нас по этим, по мирным умениям, получается, не кинуто чё. Скрытность, а ты, подожди, кем будешь? Ты тоже магом? А я не определился сам еще. Ну, наверное, я буду магом хилом, да. То есть я буду, наверное, хилить. Хотя кого мне хилить, если ты такой-то. Ну не очень сочетается, конечно, с нежитью, но такой. Да, мы можем реально другого кого-нибудь выбрать, но когда я посмотрю. Ну, в принципе, не проблема для тебя хил будет, на самом деле. Ну это там, да. Там это, можно разливать и яд, там найдешь бочку себе с ядом и будешь бутылки разливать ее, короче. И там она что ли по 300 хп хилит, короче. Ты одну, один пот будешь выпивать, и будет фу. То есть тебе даже не нужен будет хил. Просто мой хил на тебя будет не актуален, тогда я буду только с тиммейтом хилить. Ну ладно, оставляем тогда. А воровские умения, скрытность и воровство у нас тогда получается не задействовано. То есть вот воровство повышает ваши навыки взлома и кражи. То есть взлом и кража. Ну тогда воровство нам нужно, знаешь, что сделать? Тогда нам надо будет этого, типа гнома на воровство. Беру тогда этого Ифана Бенмезда и заклинателя беру. Может, мне тогда нежить взять? Ну, смотри. Просто я реально хотел что-нибудь такое по-другому поиграть. Так, ну и тогда я что? Навыки знания легенд убираю, да, везучесть. Я буду обыскивать. Или ты будешь обыскивать. А у тебя какие теперь там навыки? Так, ну у меня... Ну так и стоит. А, у меня обмен стоит. А, у меня обмен стоит по умолчанию. Да, теперь у тебя прописан обмен. Я обмен. Да, тогда обмен.
Потому что вначале я начал с стандартным сетом, и реально отгребал, короче. Потому что там всякое говно. Потому что даже хила вначале нельзя, то что там мухи. А что ты говоришь еще молния? Возьми молнию дистанционную и возьми касание, наверное, молния. Когда, потому что все время к тебе подходит, и надо чем-то контролить. Или есть электрический разряд, ослепляющий излучение, попутный ветер. Что вы создаете? В воде хил возьми и два заклинания молния. Одно дистанционное, другое касание. Если это наносит урон, а выбранный персонаж может накладывать эффект сопротивления магической брони. Если плещет, наносит ему урона воздуха. А, ну я понял, касание и вот эту беру, все. Угу. О, блять, я не знал, что навыки можно это самое брать. Да я тоже не знал, я первый раз взял и не... Я думаю, по умолчанию тоже брал. Так, ебать, теперь... у него тут шапка, я ебу. У ящера. Так, таланты. Дальнобойность. Можно убрать, да? Интеллекта можно побольше взять. Если за мага играешь. Ну тут и интеллект, телосложение. Интеллект плюс 2, телосложение плюс 1. Ну телосложение тоже нужно, хпшечка. Рулит. Ну, такое. Вначале, мне кажется, который использует интеллект, носит будет. Ну, в общем, да, это не принципиально. Ну, так что, пускай. Таланты, вот что тут. Мне стояла дальнобойность. Ну, одинокого волка мы не берем. Дальность действия навыков. От пати же играем, да? Да. Не будем вдвоем. Мастер побега. Не, мы будем с пати, что вдвоем-то. Не, ну просто там очень имбовым. Ну да, ну, может. Ты почитай, один волк одиночка. Почитай, что там написано. А где он был? Да. Сейчас найдем. В самом начале почти. Одиночка. Да, дает плюс 2 максимального Д, плюс 2 к восстановлению Д, плюс 30% к здоровью, плюс 30 к физической броне. Физической броне. И вот два вот очки, вложенные в качество до максимума. В 10 кроме превращения. Пока у вас не больше одного спутника, если в вашей группе оказывается больше двух участников, действие временно приостанавливается. Да. Ванечка. Ты у нас по разговорам, да? Да. Ну получается тогда, наверное, это... Садист. Лучше некоторых созданий. Чё? Наверное, тебе-то надо взять этого... ...на прохождение. Кого? Ну, с животными пиздеть. А, ну да. Друг животных. Это вам плюс 10 сопротивления. И если а, у меня волшебная песня, это по умолчанию стоит. Волшебная песня дает вам плюс 1 к убеждению. Утонченность. Утонченность дает вам плюс 10% сопротивления огню, 10% сопротивлению яду. Покинь. Стоит. Не говорю, у него типа они на халяву даются. Друг животных сразу взять, да? Не знаю, сейчас я почитаю скидки. Единство со стихиями. Ну вообще да, надо кому-то одному. Ну я если пищу, я возьму. Сокращаю число АД для применения заклинаний на один, если вы стоите на поверхности. А, не, это хуйня. На крови, что ли? Ну, типа единство со стихиями. Если ты стоишь на этом самом, на земле, в воде или огне, то плюс один дает тебе ОД. На одну очко. Ну, на самом деле неплохо, особенно для нежити яд разбивать. Ну да. Ну. Такое, понятно, что ты не всегда можешь стоять там в яде. Ну да. Еще чем-нибудь. Ну, хз. Живой доспех. Добавляет 35 от здоровья, полученного за счет того. Так, живчик. Бля, это не надо забыть вернуться к жизни. Не, ледяной король увеличивает. А, вот смотри, ледяной король увеличивает сопротивление в воде на 15, но снижает сопротивление огня на 15. Кроме того, макс уровень сопротивления в воде увеличивается на 10. Ледяной король, а если еще какой-то огненный что-то, то такое тоже. Мастер клонения, мнемоника, прибавляет вам 3 очка к памяти. Вот горячая голова неплохая, когда у вас максимум здоровья, она дает вам плюс 10 к шансу прита и плюс 10 к точности. Прикольно. Это вообще, пока тебя броню не снимут, будет бонус постоянно нужен. Партизан увеличит, она так скрытность. О, партизан нужна для этого, для вора, ассасина. Увеличивает урон от атак в скрытом режиме на 40%, прикинь. Активация скрытности да. Становится на 1 удар. Ну, это для роги. Да. Первозданная магия дает вам всем навыкам магии шанс крит удара, равный вашему показателю шанса крит удара.
то есть критовать могут чаще. Пиявку становит ваше здоровье, если вы стоите в на крови. Это для воина хорошо. Да-да-да, он течет как это, как ссылка. Ну давайте выслушаем историю этого принца. Красный принц. Бурмалиновый. For my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons. Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted. А что ты у меня? А, ну да. У тебя все со субтитрами же включено. Ну да. Не, у меня разговаривает персонаж. Не, ну у меня тоже тут, да, ну по-английски. Так, ну я готов. Короче, выебывается у меня, товарищ. Че, нажимаю начать игру? Сейчас, подожди. Проверю. Подожди, а умения пермакеректи и геомантия? А у тебя какие? Не помню, там где-то стояли. Статистика, да. Аэргия у тебя? Да. Ну все, начинай. Я нажал. Ожидание у меня. Тебе счтем. Понеслась история. Да. Завязка. Да. Жил-был городок. Пока его не обоссали. It all happened like I knew it would. Бабка с яблоками. Знаете, детки, покушайте яблочко. Отведайте сладенького. Как мухи на мёд. Тут такая добрая бабушка, ухачала всех яблоками. Тут какие-то демоны поналетели. Вот так оно бывает. Не дают бабушке покормить деток яблоками. И посадили на зону бабку. Да, одели ей ошейник, работай, бабка. I'd come here to kill Godwoken. А пробужденные, я так понимаю, это мы. Да-да. О, на кораблике. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Переводится с английского. Не, кстати, интересно, как. Богословие. Богословие. Богословие! Во имя богословия. Yeah. Богословие оригинальный грех. Первородный грех. Оригинал это первородный грех. Yeah. Так, вот они мы на этой самой. На корабле. Ну что, еще немножко шатает, не волнуйся, успокоительное скоро отпустит, нихуя себе. Не спеши пока, спокойнее. Оставай, освойся тут, потом поднимайся ко мне. Освойся тут, полежи, отдохни. На дыбе. Ебать, я, блядь, смотри, какая-то мумия. А мне маску сразу дали, что ли? Ухмыляющийся череп, ух ты, вот это зрелище. Будь мне маска вроде твоей, я, может быть, не, со мной череп разговаривает, например, в панели. Да? Нихуя себе. А, ну ты ж нежить, ты, получается, ты это можешь общаться с... Ухмыляющийся череп. Где ты ее добыл? Интересно, наверняка такие штуки в вашем мире найдется. О, я могу тебя подслушать, разговор с черепом. Так, у меня варианты. Похвастаться, что вы создали ее сами, специальным инструментом сорвав лица со смертных. Сказать черепу, чтобы не совал нос в чужие дела, у него и носа-то нет. Удивительно, посмотреть на череп для человекообразных останков, разве это нормально разговаривать? Is that a fact? And your
Вот как. А голосочек твой, ты его тоже у них вырвал? Я никогда не слышал такого бархатного голоса от голой черепушки. Знаться, что у вас голос — это просто иллюзия. Ваши слова и тон проецируются прямо в мозг собеседника. Похвастаюсь, что вы можете заставить других слышать тот голос, который вам хочется, чтобы они слышали. Вы настолько могущественные. Спросить говорящую черепу, знает ли она, что происходит на этом корабле? А ты как думаешь? Часто я куда-то хожу. Я всего-то знаю, что тут есть еще такие, как ты. Ну, не совсем такие, как ты, но ты меня понял. Короче, колдуны, вот что я имею в виду. О шейниках и под замком. А корыто — это следует Форт Радость. Ну, в общем, и все, что я знаю. Но ты лучше свою маску не снимай. Живые не любят, когда на них пялится их будущее. Типа, если в маске, то тебя-то будут помнить всякие... А вот, кстати, вот если ты играешь, типа, начинал я за этого, за принца, и ты встречаешь этого чувака, а у него маски нету, ему надо сделать маску. Говорит, мне нужна маска, короче. Он просто в капюшоне ходит, типа, и там-то его никто не видит. А вот, кстати, я могу капюшон надеть. Ха, прикольно. Глянь, у меня написано, видишь, скрытая нежить, ваша одежда скрывает от окружающих вашу неживую сущность, блядь. Выход из обучения. А здесь вот маска дается, короче, перманент. А знаешь, как маска делается? Там, короче, сначала надо у всех видов раз срезать лицо, короче, каким-то хуйнёй, типа, блядь, заколдовать ее, а потом это все, а все там будет маска типа человека, ящера, эльфа, гнома, а потом это объединить нужно в одну маску. Все, короче, Я сел за стол. Давай. Открой мне инвентарь. В смысле, как открыть? Там замочек убери. Сверхъестественный маскарад. Живые не выносят вида нежити. Чтобы вы не вызывали своим присутствием панику и агрессию, не забывайте скрывать свою голову. Торс и ноги. Давай. Сделайте... Откинул? На, посмотри. Сможешь ты ее одеть, не? Ну-ка, экипировать. Да. Ну, новых навыков 5. Че такое? Там 5 навыков. Превращается в человека, превращается в ящера, превращается в эльфа. Нихуя себе. Ну давай мне, брат. Нет, скажи, не дай. Ебать, он такая. Ладно. Смена отображения, снять. Как тебе так дать фейн? Опа, прикольно, кстати. Новых навыков 5, да. Так, а как превратиться? Прощение гнома, эльфа, ящера. В ящера. Что-то изменилось. Вы, это вы. Но и что-то больше. Вы стали кем-то другим. Вы осматриваете свои руки, ноги, живот, изучая незнакомые очертания чужой плоти. Вы касаетесь гудящей головы, в которой чужие знания и воспоминания смешиваются с вашими собственными. Вы проводите пальцами по лицу, вместо маски ощущая пористую поверхность новой кожи. Вы опускаете руку, моргаете, делаете свой первый шаг в новом обличье. Все, я теперь как ты, брат. Так, дайте сохранимся. Кстати, я могу ее снять теперь, прикинь. Я ящером все равно. А, не, я обратно возвращаюсь. Так, да, новое сохранение. Трюм. Колдовство. Так, в столе. Ничего нету. Можно альтом подсвечивать. Да, в курсе. Так, что тут я и тут ящики. А ты проходил он туда вот? Куда? Ну типа обглубь вот здесь, или сразу наверх выходили. Слушай, а я выходил сразу, а тут должна баба стоять и пиздить. А здесь обучение, я здесь прошел. Давай, я прошел теперь твою очередь, не буду тебя спойлерить. Надо пройти до самого глубины корабля. Ну это ж мы приходили. Да? Тут закрыто. Хотя бы подожди. А где баба появляется? Это надо выходить наверх, а здесь это обучение.
если нажать на лестницу, написано, вы хотите прерывать обучение. А, я понял. Лутание ящички. Че? Передвижение предметов. Пусто. Пусто. Что-то не везет. Какой запах. Он овца. О, давай попиздим. Рассказчик, овца, подвергшаяся шерстяным бокам. Подергивая шерстяными боками, осуждающий смотрит на вас, и ее глаза подобны окнам в пустоту. Она пинает вас в голень острым копытом. Дальше. Овца, свежее мясо, бе-е-е. Виленько, жирненько, да еще перемотанный, как курица, куриная нога. Жесть, ебать, это жестко. Гнуть пальцем ноги в жирное овечье пузо и заметить на ней будто побольше мяса, чем на вас. Возможно, ее фыркнет за это. Так, вы собираетесь терпеть подобное от простой овцы? Первое, давай, ткни. Может быть, но ты посмотри на мух, Бея. Мухи не ошибаются. Мухи знают, когда кто помрет. Они вокруг твоей головы роются, а не моей. Сказчик, первый раз дернув куцым хвостом, овца отворачивается от вас и возвращается в свой выстланный соломой угол. Выстланный, обоссанный угол. Выстланный. Бля, пиздец, короче. А ты закончил диалог? Да. А мне не закончилось, пиздец, надо выходить. Пиздец, ебать, она дерзкая, она. Да вообще, овца. Ты что себе позволяешь, овца? Бе-бе, а мне говорит, бе. Ну да, я скачнул. А тут еще ящички, тут, ну да, тоже ничего нету. Так, курятник какой-то. О, в курятник. Похоже, это замок вскрыть не получится, поищите от него ключ. Какой-то подобрался этот чемодан, бля, куда он подобрался, блин, в ящик залез. А, тут все можно включить. О, нахуй он нужен, блять? Что с ним делать-то, блять? А он ничего не стоит, 50 весит, блять. Тебе, кстати, капюшон нужен, у меня есть потрепок. О, кинь. Чуть опять закрытый. А, тебе надо открыть. Давай. Так, сейчас открою. Опа. Опа, блядь, чё не передаётся-то, блядь? Ай, блядь, как она заебала. Дать красный принц по старинке, блядь. Хотел просто переложить в инвентарь. Сейчас есть вещь подожди. А, оцени! Капюшон ублюдочный какой-то. Если не нравится, верни. Ладно, пускай так. Так, сейчас я ящички полутаю, ничего нету. Так, и где тут ключ? В вазе? О, а здесь есть саперный набор, что ты голды, ебать. О, я давай. Так. И ваза какая-то стоит. А в вазе. О, в вазе ключ. Ключ. Берем ключ. Ключ от грузового трюма. Забрать. Отворяем. Калитку. Так, теперь у нас есть ключ от двери. Так, что-то есть. Есть хлеб. О, вот какая-то записочка. Записочку читай. Все, попизжу. Так, сначала тарелки. Пиздим все, что плохо лежит. Да, тарелки ничего не весят. Так, а, ты наверху лутанул, вон там тарелки стоят наверху. Да. О, тут зелье лечения. Так, а я записочку пока читну. Прочесть. А, это книжечка. Приказ коменданта стражи важно. Мне стало известно в очередной раз, что кое-кто пренебрегает мерами безопасности грузового трюма, ставя ящики на нажимные плиты. Ага. Это недопустимо. Да. Смысл этих мер в том, чтобы гарантировать присутствие по меньшей мере 3 магистров при смене караула. При следующем нарушении как минимум 1 магистр отправится за борт. Кому жить надоело, ставьте ящики и дальше. Магистр Сивин. Они типа это, ставят ящики, проще, блять, я ножичек нашел, кстати. Перочинный ножик нужен тебе? А я маг, не зачем мне ножик. Хотя. Ну, хоть какое-то оружие. Да давай. Почему я не могу просто в свой инвентарь положить? Как это работает? Просто перетащить? Да. Я у тебя просто забрал. Или ты положил. А принудительно я не могу положить. А, то есть я могу забрать. Тупо. Да. Бери себе. Экипируй его. Да, кстати.
экипировать. А у меня есть ножик. Можно пырнуть кого-то нахуй. Я этот дракон-ассасин. Да. Так, значит, нам нужно поставить на кнопки, да? Да. Так. Щелк. Блять. И ой, еще. Блять, она тут взялась. Да, я могу стол поставить. Опа, я уж поставил. Ладно. Потушим свет. Тут охранник спит, чувак. Выходя, тушите свет. Сохранись, чувак, сохранись. Так, по поверхности. Вы наступили на масло. Масляные поверхности замедляют вас и могут загореться. Каждая поверхность имеет свои особенности. Тут бочка с нефти есть. Я возьму, кстати. У меня не сильно перегруз. Половину веса забрала. Так, и что со стражником? А он спит. Он с малым поговорит в тюрьме, пока это спит. Только смотри, не разбуди. А я пока можно пока вот так вот. Оп. Вас не видят. Тут это лежит какой-то свиток энергетический. О, я разряд. Отмычки нашел и флаг. О, у меня удача. О, заебись мы вообще. Четко качнули. Сохранись. Магические, подожди, магические свитки. Вы нашли магический свиток. Окей. Пс, парень. Веревку еще нашел. Ты что тут делаешь? Требуется воровство один. А, я в скрытности. Думаете, чё это он хочет воровать? Совсем озверел. Эй, выпусти меня из клетки, а я в долгу не останусь. По рукам? Согласиться помочь и спросить, что нужно сделать? Отвернуться, вы не собираетесь вмешиваться? Смотрите его, как он вообще оказался в клетке. Спросите, какая в этом выгода конкретно для вас. Можно спросить? Сейчас, подожди, сохранись. Ну как хочешь, выбирай. Согласись помочь. Давай спросим, ладно. Ты освободишь меня, а я тебе. А что скажешь, справедливо? Как же ты нас освободишь? Согласись помочь, спросить, что нужно сделать. Нашелся приличный мужик с идеей клоуна. Вы смотрите. Потяни вон тут рычаг, и я гарантирую, мы оба выигрыши. Подожди. Надо что-то с охранником сделать. Что ты сделаешь? Можешь его обнести. Ну все, закончился дело. Да. Сохранись. Попробуй, я не знаю, освободи его. Или не знаю. Кстати, у охранника попробуй. Да. О, у него можно поторговать с ним, у него 30 золотых. Бронька есть. Так, вы не успеваете дотянуться до рычага, как за вашей спиной фыркающий их... Люпающий магистр постепенно присыпается. Сперва он открывает один наглый, налитый кровью глаз, сзади второй. Дальше. Все, моя смена закончилась. Ты меня сменяешь, что ли? О, можно ему спиздить, чувак. Стоять, ты же не магистр. Ты же колдун, сука. Что ты здесь делаешь, красношкурый? Я выбираю слова тщательно, моим кулаками познакомиться с твоей рожей. Так, и смотри, тут можно его убедить. Не обращай внимания на стражника, попытаться схватить ближайший рычаг. Ну надо выбирать того, чего у тебя больше. У тебя телосложение больше. У телосложения 11. Да, сказать ему, что сверху доносился крик, и он должен подняться. Что вам охота устроить драку и начинать... Я не знаю, вот влияет вот на эти вот диалоги? Да. Но оно же базируется на этом. Тему. Ну да. Не знаю, ну давай, вон, телосложение у меня больше, поэтому по-любому. Давай. Успех! Нихуя себе. Дальше. Да чтоб меня, не одно так другое. Эти клоуны сами ни с чем разобраться не в состоянии. Но пленника одного оставлять нельзя, от него, как мне сказали, одни проблемы. Так, во, не обращай внимания на стражника, смотрите. Чех, о, интеллект еще больше у меня. Обратить внимание на прочность решетки, пленник никуда не денется, да? Да. Успех, отлично. Успех. Приятно слышать. Только не дай этого мерзавца себя облапошить. Ему ни на йоту нельзя доверить. Конец диалога. И ушел. Пиздуй нахуй отсюда, чтобы я тебя больше не видел, мерзкий стражник. А мы будем разными способами проходить? В смысле? Ну я просто всеми способами прошел, я сразу родился. Я знаю, что туда можно тремя пройти. Да, можно ладно. Убить стражника там и так. Не, мы пойдем по мирному пути. Будем как можно больше оставлять жизней. Мне кажется, так прикольней. Ну там есть нюансы, ну да, может. Ну сохранись на новую. Да, я. Так, ну чё, Сим-Сим, откройся.
Скажите, голос пленника становится мрачнее, он встречается с вами взглядом. Ах, свобода, ссылась любого вина. Я человек чести и свое слово держу, и пообещал, что освобожу тебя, дыжок. Молись, пока еще можешь дышать. Чертоги ждут тебя. Ебать. Ах ты мразь. Ебать, он тебя нормально все, да? Да-да. Так, что ж мне так сделать-то ему, блядь, пушку? От пидорас, блядь. Ага, мы его освободили. А он такую хуйню нам подлянул. Получи, гнида. Сейчас мы попробуем. А, ну я могу похиляться. При случае. Электрическое касание. А сколько у него хп? Давай чекнем. Тебе надо с огня как-то выйти. А, исток заглушен постоянно, отравление. Так, здоровье 18-30. А, ты его все завалишь. Его на последнем ударе можно завалить, в принципе. Ну да, убей его просто. А я здесь один дрался, мне кстати, пиздец раздал. Да. А ты тактику поставил, точно? Да. Что-то он легко отъезжает. Блять. А, ты на него не навел, походу. Надо, чтобы он выделился. Нет, ничего. Собака. Тогда я его сожгу к хуям. Уровень сложности классика, чувак, стоит. Сейчас, подожди, параметры. Параметры... А где классика стоит? А, да, классика. У тебя классика стоит? Да, а тут нельзя. Тактику надо было ставить. Так я когда это самое, тактику. Там еще прикольное, в принципе, было заклинание, типа, такие три эти сделал. Ну да. У него 17 монет, кстати. Покинь, у раба. Нихуя. Так, я, наверное, мисочку возьму. Ну, не, смотри, тебе хп побольше стало. У него было 45 хп, да? Да, хилься, чувак. Может, поспать, может. Ты 38, а то это самое 48. Я похилился. Опа! Миски. Все, спиздил. Так, ну что, погнали. Кстати, зря ты его упал, чувак, надо тоже был я упал. Да. Не могу прокнуть. Привычка. Взломать, да? Locked. От отмычки у меня. Сейчас. С ключом охранник уж. Так, применить. Открыл? Угу. Так, ну тут чекай все, давай. А я посмотрю, что плохо лежит. Мало, надо все-таки все зелья лечения отдать. Тут мало зелья лечения полутал. Еще мало зелья лечения. Кровать, стул. Что-то еще есть. Так, какие-то книжки, блять. Вот, что такое? Ничего нету. Ебать, тут яд. Бочка с ядом тебе не нужна? На хилке. А, да, кстати, бочка с ядом. Это что, заебись. This again. Ой, блять. Отравление. Так. Забери вот эту бочку. Давай. Это бесконечный источник яда. Бомба. Смотри. Оп. Прикольно, кинжалы вот эти вот плавающие. Да. А их можно это самое три штуки кидать. То есть выбирать цели и каждая цель по этому. О, грязные перчатки наши. Мадане. А я возьму у тебя шлем. О, я буду ассасином. На тебе грязные перчатки. Давай. Грязные немытые перчатки. О, ассасин в перчатках, цени. О, пустой флакон, можно яду сейчас набрать. Еще, о, вот эти, короче, для зелий пустые банки. Нормально. Еще не берем, блин. Ассасин сидит. И 100 золота, прикинь, повезло. О, да, кстати, там показалось, что прокнуло. Бля, удача, значит, канает, чувак, вообще охуенно. Забирай у меня поты, все сиди и выставляй. Критические моменты. Так. Бля. А, ну бутылки, да, все. Ну пошли дальше. А удержите левый контрол и щелкните по двери, чтобы атаковать ее. А, это надо ломать. Нихуя себе, с кулака я въебал. Отравление. А что ты отравлен? А там, наверное, остался яд. Возможно. Бля, от меня разразил.
Не знаю, сейчас полегче. Оттягиваешь? Ну-ка сейчас. Ну да. Смотри. А, не. А, ну у меня сможет прошло. Может быть. Колода карт. Цепану. Карту забирай, цепану. Кстати, они, может, для крафта нужны. Так, чё тут? Ну все, вроде мы обыскали. Мы прошли, да. Окей. Опять я все сначала, стоит лишь двигаться вверх. Вверх. Ну пойдем вверх. Всё? Да, вы действительно хотите уйти с учебной палубы? Да, ёпта. Сохранись, надеюсь. Прошли. Так, сейчас пойдем.